В общем, я буду обращаться к формулам, используя цифровые обозначения, так что вот, ну, для простоты моего изложения. Значит, статья Михаила Максимини «Following logical realism where it leads» или «Вслед за логическим реализмом, куда его черти понесли». Для начала разберемся, как Максимини определяет логический реализм. Логический реализм — это позиция, согласно которой существует какая-то независимая от сознания и языка логическая структура мира. Основной тезис статьи следующий. Если логический реализм истинен, ну, то есть если существует какая-то независимая от сознания и языка логическая структура мира, то мы не знаем, какова эта логическая структура мира, то есть мы либо не можем узнать, какие из наших логических понятий правильно схватывают эту структуру, либо просто никакие из наших логических понятий не схватывают правильно эту структуру. В введении статьи ставится вопрос, если логический реализм верен, то какие из наших логических понятий делят природу на ее составные части? Здесь используется в статье выражение «carve nature at its joints». Вот. То есть какие из логических понятий наиболее точно отражают и повторяют или репрезентируют логическую структуру мира? Ну и еще автор делает оговорку, что она будет опираться только на понятие классической логики, а другие логики рассматривать не будет. Далее она конкретизирует этот поставленный во введении вопрос следующим образом. Какие из наборов пропозициональных связок наиболее репрезентативны? И вот здесь она использует выражение joint carving, и я решила перевести это выражение как репрезентативный. Не знаю, насколько это оправдано, но, в общем, я так буду делать. В общем, какие из наборов пропозициональных связок наиболее репрезентативны? Конъюнкция и отрицание или, наоборот, дизъюнкция и отрицание? Или, может быть, стрелка Пирса? А что можно сказать насчет квантеров? В общем, возникает сразу много вопросов, ответы на которые, по крайней мере, ни один из очевидных ответов на которые не является корректным, как утверждает автор. Вот. И далее утверждается, что логический реалист вынужден принять одну из следующих двух позиций. Первая позиция – это так называемая позиция привилегированности, которая заключается в том, что какие-то логические константы безупречно репрезентативны, но мы не можем узнать, какие именно. Это позиция привилегированности. Вторая позиция – это позиция неизвестности, которая заключается в том, что никакие из логических констант или понятий не отражают логическую структуру мира. В общем, с точки зрения Максвини, обе позиции избегают главного серьезного возражения против логического реализма. Что это за возражение? Вот представляется, что логический реалист должен проводить различия между двумя, в общем-то, эквивалентными теориями. Теорией, допустим, Т, которая использует квантор всеобщности, конъюнкцию и отрицание, и теории Т-штрих, которая использует квантор существования, дизъюнкцию и отрицание. Но вообще есть что-то неестественное в позиции, когда нам приходится искать ответ на вопрос, какая из этих теорий является более репрезентативной, поскольку этот вопрос мотивирован предположением, что между этими двумя теориями есть какое-то глубинное различие, то есть имеется в виду различие в метафизических основаниях. А более естественно, то есть менее странно было бы полагать, что эти теории являются просто альтернативными вариантами нотации, и что различия между ними не являются различиями между их метафизическими обязательствами. То есть таким образом вопрос о том, какая из этих теорий более репрезентативна, это плохой, неправильный и некорректный вопрос. И, в общем, позиции привилегированности и неизвестности как раз позволяют объяснить, почему этот вопрос некорректен. Так, согласно позиции привилегированности, этот вопрос некорректен, потому что на него нельзя ответить. А действительно, сторонник позиции привилегированности должен считать, что одна из теорий является репрезентативной, и при этом считать, что мы никогда не сможем узнать, какая именно. А для сторонника позиции неизвестности этот вопрос некорректен, тоже, потому что ни одна из теорий
и, соответственно, ни одна из пропозициональных связок вообще, не соответствует структуре реальности и не отражает логическую структуру мира. Далее автор различает два вида логического реализма. Первый – это онтологический реализм, а второй – это идеологический реализм. Так, онтологический реалист полагает, что выражения, ну или значки, конъюнкция, дизъюнкция, отрицание и все подобные осуществляют референцию к каким-то индивидуальным сущностям, ну, например, к функциям истинности. А идеологический логический реалист полагает, что вот эти же самые значки являются синкатегорематическими, то есть вообще не осуществляют референции. Однако при этом все же играют довольно важную роль в категоризации реальности. То есть такие выражения являются элементами идеологии, пишет Макс Вини. Иначе говоря, некоторые логические константы безупречно репрезентируют реальность, как она есть, то есть являются репрезентативными элементами идеологии. Поясняя, что такое онтологический и идеологический логический реализм, Макс Фини говорит, что вообще эти два типа реализма являются аналогами более привычных позиций, и здесь она предлагает рассмотреть четыре предиката. Предикат голубой, зеленый, зелубой и голублен. Вот онтологический реализм будет подобен точке зрения, согласно которой, по крайней мере, некоторые из этих предикатов указывают на реальные свойства. Ну, например, предикаты «зелубой» и «углублен». Сторонник этой позиции должен ответить на вопрос, какие из этих свойств более фундаментальные, чем другие. А онтологический реалист, в свою очередь, должен ответить на аналогичный вопрос в отношении логики. А именно, являются ли одни логические сущности более фундаментальными, чем другие? Что касается идеологического логического реализма, то эта позиция подобна точке зрения, что указанные предикаты не указывают на свойства, но при этом с разной степенью успешности делят природу на ее составные части, то есть категоризируют или репрезентируют ее. Так подобно тому, как сторонник номинализма, но она так называет... Ладно, неважно. В общем, подобно тому, как сторонник номинализма в отношении свойств считает, что, например, голубой и зеленый являются более естественными, фундаментальными или структурными предикатами, чем зелубой и голубленый, то идеологический реалист считает, что одни логические константы описывают мир лучше, чем другие. То есть идеологические реалисты являются номиналистами, но такими номиналистами, которые принимают идеологию всерьез метафизически. Значит, далее в статье рассматривается, что значит быть корректной фундаментальной теорией. В общем, дается следующее примерное определение. Пусть, если теория Т, сформулированная с использованием квантосуществования, дизъюнкции и отрицания, и пусть есть теория Т-штрих, сформулированная с использованием квантора всеобщности, конъюнкции и отрицания. Тогда теории Т и Т-штрих являются корректными фундаментальными теориями, только если фундаментальность одной не зависит от фундаментальности второй. Иными словами, у корректных фундаментальных теорий должны быть разные фундаментальные метафизические обязательства, как идеологически, так и онтологически. То есть у одной одни, а у другой другие. То есть, например, для рассматриваемого примера фундаментальность Т не зависит от существования фундаментальной конъюнкции, а фундаментальность Т-штрих зависит. Так что теории Т и Т-штрих фундаментально различны. Вот. То есть фундаментальность Т и фундаментальность Т-штрих – это различные требования, причем предпочтение одного другому – должно подкрепляться метафизическими основаниями, а не просто всякими прагматическими соображениями. Вот. Однако, продолжает Макс Фини, представляется, что у нас вообще нет никаких особых оснований, чтобы предпочесть, например, фундаментальность Т, а не фундаментальность Т-штрих. Или наоборот. Как же тогда поступить в этом случае? Вот она выделяет четыре варианта, которые представлены под четырьмя пунктами на картинке. Первый вариант
мы можем допустить, что обе теории фундаментальны. То есть и Т фундаментально, и Т штрих фундаментально. Второй вариант, мы можем предположить, что ни одна теория не фундаментальна. Третий вариант, мы можем предположить, что фундаментальна какая-то одна из теорий, либо Т, в смысле, либо Т, либо Т штрих. И причем мы точно знаем, какая именно из них фундаментальна, и, соответственно, можем обосновать, почему именно она. И, наконец, есть последний, четвертый вариант, позиция неведения, так называемая. То есть мы утверждаем, что одна из теорий фундаментальна, либо Т, либо Т штрих, однако мы при этом утверждаем, что мы не можем, в принципе, знать, какая именно фундаментальна из них. Вот. Далее я буду ссылаться на эти четыре варианта, поэтому вынесла их на картинку для удобства. Далее Максвини вводит два принципа, позволяющие показать, что если реализм верен, то из представленных четырех вариантов возможны только два. Либо второй, либо четвертый. Второй вариант при этом как раз соответствует позиции неизвестности, про которую я говорила выше, и четвертый вариант как раз соответствует позиции привилегированности. Что, собственно, это за принципы, да, которые позволяют нам исключить первый и третий варианты. Значит, первый принцип – это эпистемический принцип непроизвольности. Он у нее называется по-английски, где не могу найти. Non-arbitrariness, по-моему. Ну, в общем, да. Который позволяет исключить третий вариант из выше представленных. То есть исключить вариант фундаментальности одной теории при возможности указать, какая именно теория фундаментальна. Значит, принцип, эпистемический принцип непроизвольности гласит, что наши убеждения не обоснованы, если это убеждение произвольно. То есть если у нас имеются равные основания принять любую из двух несовместимых альтернатив. Аргументация в пользу этого принципа осуществляется Максвини на примере обратных асимметричных отношений, таких как, например, находиться сверху и находиться снизу. Предполагается, что у нас нет ни одной причины считать одно из двух отношений фундаментальным, причем такой причиной, чтобы у нас параллельно не имелось аналогичной причины считать фундаментальным второе отношение. То есть у нас нет никаких оснований предпочесть буквально одно отношение другому. Тогда пусть у нас есть две теории, ТА и ТБ, которые эквивалентны во всех отношениях, за исключением того, что ТА использует выражение «находиться сверху», а ТБ использует выражение «находиться снизу». И тогда пусть ФТА означает фундаментальность ТА, а ФТБ означает фундаментальность ТБ. А если мы принимаем различие между фундаментальностью и нефундаментальностью, то мы должны признать, что ФТА и ФТБ не могут быть одновременно истинными, даже если ТА и ТБ являются одновременно истинными. Тогда истинность ФТА и ложность ФТБ будет означать, что нахождение сверху является фундаментальным отношением, а нахождение снизу – нет. Но вот есть ли у нас причины предпочесть фундаментальность ТА вместо фундаментальности ТБ? Максвини говорит, что вообще нет таких причин. Точнее, для любой причины, по которой мы могли бы предпочесть фундаментальность ТА, у нас есть параллельная, равносильная причина предпочесть фундаментальность ТБ. И наоборот. Причем речь идет не только о таких причинах, которые касаются... Речь идет только о таких причинах, которые касаются метафизического статуса этих отношений, а именно их фундаментальности. Таким образом, более точная формулировка принципа непроизвольности гласит, что если у нас нет основания предпочесть фундаментальность теории Т вместо фундаментальности теории Т-штрих и наоборот, и еще если фундаментальность теории Т и фундаментальность теории Т-штрих несовместимы, то мы не можем принять ни фундаментальность теории Т, ни фундаментальность теории Т-штрих. Вот. Это по поводу принципа непроизвольности. Второй принцип, который вводится Максвини, и который позволяет исключить первый вариант из четырех выше представленных,
Это принцип слабой неизбыточности. Этот принцип гласит, что между фундаментальными фактами нет необъяснимых необходимых связей. В общем, принцип слабой неизбыточности – это такая вариация требования минимальности. То есть вариация такого требования к фундаментальному уровню реальности, согласно которому фундаментальные сущности должны свободно рекомбинироваться и быть взаимно независимыми. То есть не должны накладываться друг на друга или пересекаться, что также включает образование необходимых связей между ними. Отличие принципа слабой неизбыточности, вот в отличие от требования минимальности, заключается в том, что он вообще допускает необходимые связи между фундаментальными фактами, но запрещает только те из них, которые не имеют объяснения. Вот, а те, которые могут быть объяснены, соответственно, допустимы. Вот, и далее Максвини переходит к доказательству того, почему, собственно, логические реалисты должны принять либо позицию неизвестности, либо позицию привилегированности. Прежде всего, принцип непроизвольности исключает третий вариант из четырех представленных на изображении. Да, это фундаментальность одной теории, и мы знаем, какой. Действительно, какая из пропозициональных связок указывает на фундаментальную сущность? Конъюнкция или дизъюнкция? В общем-то, непонятно. И для любой причины, по которой мы могли бы предпочесть первую, у нас есть параллельная равносильная причина предпочесть вторую. И наоборот. Какие, например, это могли были бы быть причины? Какие были бы причины предпочесть конъюнкцию или предпочесть дизъюнкцию? Ну, например, первая возможная причина – желание предпочесть рассматривать в качестве фундаментальной теорию с наименьшим числом логических примитивов. Но вообще в этом отношении обе теории равны. И та, которая использует конъюнкцию, и та, которая использует дизъюнкцию. Вторая возможная причина – это желание предпочесть рассматривать в качестве фундаментальной теории теорию с более простыми в использовании понятиями. Но автор, в общем, Максвини как бы не понимает, как прагматическое требование к простоте использования понятий может влечь за собой метафизические причины для предпочтения одной теории, а не другой. В общем, с точки зрения Максвини это невозможно. Следовательно, данная возможная причина является невозможной причиной. Ну и третья возможная причина предпочесть одну теорию другой. Например, точка зрения, что конъюнкция якобы более естественная пропозициональная связка. Но в таком случае, если мы принимаем то, что конъюнкция является более естественной пропозициональной связкой, как мы выбираем между набором из конъюнкции и отрицания и тем же штрихом Шеффера? Ведь тут на помощь нам неожиданно приходит первая причина – требование или желание видеть минимальное число логических примитивов в теории. Так, кроме того, даже если конъюнкция более естественна, чем дизъюнкция, то без отрицания конъюнкция не обладает достаточно выразительной силой. Хотя в отношении отрицания естественность далеко не так очевидна, как в отношении конъюнкции. В общем, слишком много вопросов, проблем. Следовательно, поскольку мы, опять же, не можем выделить причину для предпочтения одной фундаментальной сущности другой, мы должны констатировать, что третий вариант из четырех выше приведенных относительно фундаментальности одной теории исключается. Далее, ну и, соответственно, поскольку третий вариант исключается, мы на шаг приближаемся к тому, чтобы признать, что реалисты вынуждены признать либо второй, либо четвертый вариант. Далее, рассматривается применение принципа слабой неизбыточности к составным логическим положениям дел, которые рассматриваются в качестве трусмейкеров. И делается это для того, чтобы исключить первый вариант из четырех выше приведенных, который утверждает, что обе теории должны быть фундаментальными. Вот. И, ну, и это, соответственно, касается только онтологических реалистов. То есть по поводу идеологических реалистов она будет говорить чуть-чуть позже. Здесь она аргументирует от противного, то есть говорит, предположим, что первый вариант
фундаментальность обеих теорий, все же верен. Тогда в теории Т есть выражение формы 1, это надо смотреть уже ниже, выражение формы неверно, что А или неверно, что Б. На картинке первая формула, да. Логически, в общем, в теории Т есть выражение формы 1, которое является логически эквивалентным выражению формы 2. Это следующая формула на картинке. Неверно, что А и Б, которая используется в теории Т-штрих. Каковы тогда фундаментальные трусмейкеры для этих выражений? И, соответственно, опять есть всего 4 опции, каждая из которых последовательно исключается. Опция номер 1. Положение дел из... Одно из положений дел, первое из которых представлено формулой 3, а второе представлено формулой 4, является фундаментальным трусмейкером для обоих выражений. То есть какое-то одно из них. Здесь важно отметить, да, что... Предполагается, что вот эти формулы внутри квадратных скобок не просто именуют положение дел, но отражают его внутреннюю структуру. Тогда, допустим, пусть положение дел 3, то есть неверно, что А или неверно, что Б, является фундаментальным трусмейкером для обоих выражений. Может ли в таком случае быть так, чтобы и теория Т, и теория Т-штрих были фундаментальными одновременно? Максвини говорит, что нет. Потому что в этом случае выражение формы 1 и выражение формы 2, опять смотреть на картинку, очевидно неравнозначной репрезентации положения дел 3, чья внутренняя структура, очевидно, дизъюнктивна. Вот, следовательно, первая опция отпадает. Опция номер 2. Мы можем предположить, что оба положения дел являются фундаментальными трусмейкерами для обоих выражений. Но здесь в дело вступает принцип неизбыточности. А здесь он особенно важен, потому что следствием данной опции является необходимость принять в качестве фундаментальных трусмейкеров все логически эквивалентные, с точки зрения их внутренней логической структуры, положения дел, такие как, например, те, что представлены под номером 5 и под номером 6. Вот. А таких, в общем-то, эквивалентных положений дел бесконечное количество. Следовательно, принцип неизбыточности здесь имеет, как отмечает Максвини, взрывной характер. Следовательно, поскольку мы применяем принцип неизбыточности, опция 2 также отметается. Переходим к опции 3, которая заключается в следующем. Ни одно из положений дел не является фундаментальным трусмейкером для обоих выражений. Вот, но здесь тоже не все в порядке, потому что в этом случае ни теория Т, ни теория Т-штрих не являются фундаментальными, что вообще противоречит нашему исходному предположению о том, что обе теории фундаментальны. Следовательно, опция 3 отметается. Ну и, наконец, опция 4. Предполагается, что положение дел 3, да, неверно, что А или неверно, что Б, является фундаментальным трусмейкером для выражения 2. А положение дел 4 является фундаментальным трусмейкером для выражения 1. Да, то есть конъюнкция для дизъюнкции и дизъюнкция для конъюнкции. Данная опция сталкивает нас со следующей проблемой. Почему положение дел 3 и 4 вообще сосуществуют необходимо? Если оба эти положения дел фундаментальны, то необходимо применить принцип слабой неизбыточности, в соответствии с которым необходимо представить объяснение вот этой необходимой связи между ними. Таким объяснением должен быть какой-то метафизический закон, как говорит Максвини, который связывает два фундаментальных положения дел. Причем этот закон должен не просто постулировать, а объяснять необходимую связь между фундаментальными положениями дел. Так что, например, апелляция к логической эквивалентности не может быть таким объяснением. Можно, говорит Максвини, попробовать показать, что необходимая связь между рассматриваемыми положениями дел следует из сущности конъюнкции, дизъюнкции и отрицания. То есть показать, что, например, сущность конъюнкции содержит в себе что-то, относящее ее к дизъюнкции, и наоборот.
вследствие чего рассматриваемые два положения дел всегда идут в комплекте. Это, в принципе, эквивалентно тому, чтобы признать, что пропозициональные связки имеют взаимосвязанные сущности. Но вообще такая позиция, как говорит Макс Вини, скорее свидетельствует об объяснительном провале и работает в пользу второго варианта из четырех предложенных, то есть в пользу варианта нефундаментальности обеих теорий. Ну, действительно, если сущность логических констант такова, что они взаимосвязаны, то, скорее всего, существует нечто более фундаментальное, чем они, что фундирует необходимые связи между ними. Ну и таким образом мы отметаем четвертую опцию, отметаем все четыре опции, опровергаем наше исходное предположение и таким образом исключаем первый вариант, вариант фундаментальности обеих теорий, и таким образом онтологические реалисты вынуждены принять один из двух оставшихся вариантов, а именно позицию привилегированности или позицию неизвестности. Далее рассматривается применение принципа слабой неизбыточности к фундаментальным истинам для исключения того же самого первого варианта, но уже для идеологических реалистов. Так предполагается, что первый вариант все же верен, да, то есть опять аргументация от противного. Тогда, если мы принимаем предположение, что первый вариант верен, мы также вынуждены принять, что фундаментальность теории Т и фундаментальность теории Т-штрих, точнее, мы принимаем фундаментальность теории Т и фундаментальность теории Т-штрих, и, следовательно, автоматически принимаем в качестве фундаментальных истин истину 2 и выражение 2 и выражение 1, да? То есть неверно, что А и Б, и неверно А или неверно Б, которые являются выражениями в Т и Т-штрих соответственно, и, соответственно, и, логически эквивалентны друг другу. Как можно объяснить одновременно фундаментальность этих истин? Есть несколько вариантов. Во-первых, можно предположить, что обе истины репрезентативны, потому что мир структурирован двумя разными способами одновременно. Но в этом случае на помощь приходит принцип слабой неизбыточности. Как объяснить, что две фундаментальные структуры мира изоморфны? И почему формула 2 – истина всегда и только тогда, когда истина формула 1? С точки зрения Макс Вини, ну, в общем, никак нельзя объяснить, почему две фундаментальные структуры мира изоморфны. Второе возможное объяснение одновременной фундаментальности этих истин может выглядеть так. Мир структурирован каким-то одним способом, но вот эти две истины одинаково репрезентативны, а кроме них нет никаких других репрезентативных истин. Но в этом случае у нас тоже есть проблемы. В этом случае фундаментальность и той, и другой истины можно свести к нефундаментальности обеих. Действительно, и вторая формула, и первая имеют слишком разные логические формы и потому не могут одинаково безупречно репрезентировать подлежащую структуру мира. С необходимостью, если, например, формула 2 безупречно репрезентативна, то формула 1 уже нет, и наоборот. И вообще, скорее всего, и формула 2, и формула 1 одинаково паршиво репрезентируют подлежащую структуру мира, то есть не репрезентируют ее вообще. Ну и таким образом, на основании этих рассуждений, исключается первый вариант из четырех выше представленных для идеологических реалистов, и, соответственно, идеологические реалисты вынуждены принять один из двух оставшихся вариантов, а именно позицию привилегированности или позицию неизвестности. Ну и в заключении статьи Макс Вини приводит аргументы в пользу предпочтения позиции неизвестности. Она, правда, отмечает, что эти аргументы вообще еще не очень хорошо разработаны, и их только предстоит хорошо разработать, чтобы они были убедительны, строги и точны. Вот. Но, в принципе, с ее точки зрения имеет смысл привести их в таком виде, в котором они существуют. Прежде всего, она сосредотачивается на рассмотрении оправданности перехода от эпистемической версии принципа непроизвольности к метафизической.
Там я говорила выше, что она вводит эпистемический принцип непроизвольности, а про метафизический речи не шло. Притом, если бы мы приняли метафизический принцип непроизвольности, он позволил бы исключить четвертый вариант из четырех ваших представленных, да, согласно которому фундаментальность одной теории, одна теория фундаментальна, причем мы не можем знать, какая именно. То есть, если бы этот вариант был исключен, мы бы параллельно опровергнули позицию привилегированности. Как можно было бы обосновать переход от эпистемической версии принципа непроизвольности к метафизической, чтобы исключить вот этот четвертый вариант и опровергнуть позицию привилегированности? Возможность перехода к метафизическому принципу непроизвольности рассматривается у нее на примере мысленного эксперимента Дерека Парфита с разделением мозга. Согласно этому мысленному эксперименту, мозг разделяется на два полушария, и эти полушария пересаживаются в два разных тела. И, в общем, вопрос, что произойдет с хозяином мозга в данной ситуации? Здесь опять есть четыре опции. Первое. Хозяин мозга выживет в обоих полушариях, ну и таким образом будет жить в двух разных телах. Вторая опция. Он выживет только в левом полушарии. Третья опция. Он выживет только в правом полушарии. И четвертая опция. Он не выживет ни в одном из полушарий. Что здесь интересно в данном мысленном эксперименте? Интерес представляет то, каким образом осуществляется выбор, мог бы быть осуществлен выбор между второй и третьей опциями. В общем, согласно Максвине, по всей видимости, ни вторая, ни третья опции не могут утверждаться с определенностью, потому что ни одна из них не является метафизически более привилегированной. То есть не существует ни объяснимого, ни необъяснимого факта, который бы определял, в каком полушарии выживет хозяин мозга. Ну и согласно Максвине, Парфит устраняет таким образом, вот этим мыслительным экспериментом, разрыв между эпистемическим и метафизическим принципами непроизвольности. Да, то есть если наши рассуждения не позволяют выбрать между второй и третьей опциями, то у нас не остается ничего другого, кроме как апеллировать к какому-то необъяснимому факту, который обосновывает вторую или третью опцию. Но такого факта вообще нет. И, иными словами, наши рассуждения бесплодны, и метафизика тоже нам не помогает. Следовательно, мы можем заключить, что если наши рассуждения бесплодны, то и метафизика тоже. Это первый аргумент в пользу, принятия возможности перехода от эпистемического принципа непроизвольности к метафизическому. Есть еще второй аргумент. Так, например, Максвине отмечает, что вообще философы часто перескакивают от эпистемической непроизвольности к метафизической, при этом не заботясь о том, насколько это оправдано. И в качестве примера она приводит аргумент Бенацерафа о редукции чисел к множествам. И она говорит, что вообще это достаточно мощный аргумент, и всем он кажется очень корректным, да, и все его принимают, то есть он всем кажется убедительным. Хотя на самом деле возможность такого перескока от эпистемической непроизвольности к метафизической никем специально не исследовалась, и Бенацерафом тоже. То есть этот вопрос он как-то принимает чисто интуитивно, что такой переход можно совершить. Вот. Ну и таким образом вот эти два аргумента, если какой-то из них нам кажется убедительным, то мы можем принять возможность перейти от эпистемической непроизвольности к метафизической и таким образом предпочесть позицию неизвестности позиции привилегированности. Есть еще один аргумент, она его тоже приводит. Так, согласно Максвине, позиция неизвестности вообще кажется в принципе более привлекательной с точки зрения здравого смысла, потому что она не заставляет нас принимать всякие необъяснимые метафизические различия между теориями, между такими теориями, которые представляются просто альтернативными вариантами нотации. Вот. А, соответственно, позиция привилегированности заставляет нас принимать такие необъяснимые метафизические различия, что вообще противоречит здравому смыслу и не очень удобно. Вот.
Да, на этом все, собственно. У меня есть еще такой вот вопрос. Все-таки по поводу Венцерафа. Можно немного подробнее? Подробнее. Так, ну, в общем, производится тут достаточно коротко этот аргумент. Вот она пишет. Аргумент Венцерафа против редукции натуральных чисел к множествам основывается вот как раз такого рода переход. Существует множество, существует несколько вариантов множеств, которые одинаково хорошо репрезентируют одни и те же числа, натуральные числа. Вот. Но при этом у нас нет никаких хороших причин для того, чтобы предпочесть одно теоретико-множественное описание другому. И таким образом делается вывод Венцерафом, что все числа не являются множественными, потому что мы не можем сказать, какие, собственно, множества лучше репрезентируют числа. Вот. Вот и все, что она говорит по поводу Венцерафа. Ну, это да, я понимаю. Ну, то есть она выступает против такого рассуждения? Нет, наоборот, она считает, что это очень убедительное рассуждение и правильное в их основах. Но оно предполагает, что мы совершаем переход от эпистемического принципа, чего не произвольности, к метафизическому. Вот. Она этого и хочет. Вот. Мне не совсем понятно, что имеется в виду под теорией. Какая разница, будем ли мы использовать дизъюнкцию, конъюнкцию, импликацию, или формализуем все с помощью того же штриха Пирса? Это разве может как-то затронуть теорию? В общем, с ее точки зрения это никак не затрагивает теорию. Никак не затрагивает? Да. А зачем тогда вот, все эти 1, 2, 3, 4, 5, 6 с дизъюнкцией, конъюнкцией и прочим, не вполне понятно. Она. Это я просто выписала формулу, чтобы было легко объяснять, про какие я сейчас говорю. Вот, она их использует в своей аргументации для того, чтобы последовательно опровергнуть вот этот вариант первый, третий, и в конце концов и вариант номер 4. Ясно. Это только второй вариант. Ясно. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6 – это аргументация самой Максвини и, в общем-то, никак. Да, я вынесла чисто для удобства. Хорошо, теперь понятно. Так. Значит, эту теорию она трактует в некотором классическом смысле, как дедуктивную систему, там, непротиворечивую и так далее, да? Но она никак не оговаривается. Теория у нее используется для... Слово теория у нее обозначает логическую... Я не знаю, что это такое. Ну, какую-то логическую теорию, да, какой-то способ нотации. Ну, нет, насчет способа нотации я и спрашивал. По идее, для теории он должен быть безразличен. Можно выбросить конъюнкцию, дизъюнкцию и все прочее. Спокойно можно выбросить. Для любой теории. Mm-hmm. Вот. Поэтому не вполне понятно, что такое теория, ну и не вполне понятно, что такое фундаментальная теория. Ну, фундаментальность теории, насколько я понимаю, это старая добрая у них вот этот вот повод поспорить, чья теория более фундаментальна. То есть теория более фундаментальна тогда, когда ее конкуренты меньше объясняют, меньше выражают, и вообще они могут быть сформулированы в терминах более фундаментальной теории. А вот самая фундаментальная теория, она вот одна сама такая по себе. Ее нигде не сформулировать, а на ней можно сформулировать все, что угодно.
Не совсем так. Здесь тогда можно перепутать со всякими не метафизически фундаментальными теориями. А здесь фундаментальность теории имеется в виду именно с метафизической точки зрения. Фундаментальная теория имеет наиболее фундаментальные метафизические обязательства. То есть она лучше всех репрезентирует логическую структуру мира. Вот. А почему логическую? У него такое определение логического реализма. Позиция, согласно которой существует какая-то независимая от сознания языка логическая структура мира. Вот. Соответственно, существует такая логическая теория, которая эту логическую структуру мира описывает лучше всего. Так вот, что это за логическая теория? Дизъюнкт и отрицание или конъюнкция и отрицание? То есть тут речь идет не совсем о теории, да, а просто, я даже не знаю, вообще как это называется. Есть, наверное, какой-то термин, просто не в курсе. Ну, если прицепить, конечно, логическую структуру мира, то можно, конечно, и таким образом попытаться фундаментальность определить. Но не знаю, не разобрался в этом еще. Но у меня вопросы исчерпаны. Я больше не понимаю, чем понимаю из этой статьи. Ну, у меня уточняющий вопрос туда же в сторону фундаментальности. То есть в таком случае фундаментальность определяется как теория, которая лучше всего вот эту самую логическую структуру мира схватывает, правильно я понимаю? Ну да. Ну а зачем? Окей. А менее фундаментальные теории, они что делают? Они хуже схватывают или они просто как бы что-то другое делают? Ну да, они хуже. Для других целей созданы. Хуже схватывают. Они могут быть удобнее в использовании, да, там может быть меньше вот этих самых символов, но они не схватывают логическую структуру реальности, вот они не фундаментальны. Нет, и вообще аргумент про символы, про их количество кажется очень странным, потому что на самом деле в любой логической теории, в любой классической логической теории, где два естественных значения, у нас 16 связок. На самом деле мы легко можем не использовать 16 связок, можем использовать одну и отрицание. И у нас все равно все будет получаться абсолютно так же и нормально. Можем использовать 5, можем использовать 6. По-моему, это не разные теории, это одна теория, просто мы как бы варьируем те инструменты, которые мы используем. Ну, вот я вот конкретно про эти связки тоже не очень понял. В общем-то, предполагается, Максвини предполагает, что логические связки, они отражают какие-то части, составные части логической структуры мира. Вот. Соответственно, если мы можем большую часть связок отбросить, то мы должны понять, какие, собственно, мы должны оставить, и какие из тех, которые мы можем оставить, отражают, репрезентируют логическую структуру мира. Вот. Она рассуждает... Такое допущение... Прости, пожалуйста. Нет, я закончила. Просто, на мой взгляд, такое утверждение, оно несколько противоречит в таком случае, не знаю, математике, что ли, потому что как бы есть такая штука, если у нас вот есть табличка, да, есть два значения, и мы присваиваем эти два значения комбинаторикой просто... двум символам, B и Q, например, и у нас просто комбинаторикой получается 16 колонок, 16 связок. Это означает, что если есть какая-то часть реальности, конъюнкция, например, а других остальных нет, то это всего лишь означает, что конъюнкция как часть реальности точно так же может быть выражена через остальные 15 штук, и эти остальные 15 штук тоже с необходимостью должны быть частью реальности. Потому что иначе получается, что у нас из части реальности, из конъюнкции, следует 15 несуществующих вещей. То есть у нас из сущего следует несущее. Оно нам зачем? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не столько к тебе этот вопрос отсылаю, сколько я реально не понял. Ну, поскольку я должна защищать мысли, мне нужно какой-то ответ придумать. Я что-то не знаю. Да ты не должна отвечать. Да она где-то пишет. Вот. Задает просто вопрос, может быть. Какая же реальность на самом деле? Она все-таки конъюнктивная или дизъюнктивная? Вот.
Вот, вот ну, смешно, сорян, блин, ну... Что там на самом деле? Правильно говорить находиться сверху или правильно говорить находиться снизу? Вот у него другой набор примеров, связанный с этими... Я очень боюсь, что сейчас к нам ворвутся гегельянцы. Пароль они знают, я думаю. Кантян? Кантянцы знают пароль. Ну, я думаю, что... Да, вот они. Ну да, гегельянцы, да, иногда не признают Канта. Вот, для нее обратное симметричное отношение, то есть находиться сверху, находиться снизу, полностью аналогично вот этим вариантам нотации, логики использующейся. И, собственно, для нее всякая аргументация на тему того, что как же там все-таки в мире на самом деле, что фундаментальнее, находиться сверху или находиться снизу, что фундаментальнее, конъюнкция отрицания или дизъюнкция отрицания, это вот одного типа вопросов, одного типа аргумента. С ее точки зрения такие вопросы задавать не вполне корректно, это противоречит здравому смыслу, как вот я в конце говорила. Вот-вот-вот, это противоречит здравому смыслу. Следовательно, да, но я просто первый раз слышу про эти вопросы от нее. Я ни разу не видел от логических реалистов попытки найти фундаментальную логическую связку. Ну вот это я ноу-хау. Не знаю, возможно, это неадекватный вопрос. Раз его напечатали, видимо, кому-то показалось, что это очень интересная тема, и хорошо было бы узнать следующее. Ну, в конце концов, вот если логический реализм верен, то тогда у реальности есть независящая от нас логическая структура. И тогда логика – это описательная наука, задача которой – обнаружить эту структуру и описать ее. И тут возникают закономерные вопросы. Эта структура является конъюнктивной, дизъюнктивной или какой-то другой. Соответственно, сторонник логического реализма должен ответить на эти вопросы. Если мы считаем, что логический реализм не верен, тогда для нас эти вопросы не стоят. Вот и все. Не, ну я понимаю, а почему эта логическая структура не может быть эквиваленцией между 16 скобками? Ну, то есть 16 может, определений сделать. Она может быть чем угодно, но логический реалист должен сказать, чем она является, поскольку он говорит, что она существует. Вот это просто пример, что конъюнкция или дизъюнкция, и можно рассмотреть что угодно. Нет, это понятно. Я просто к тому, что, ну, очевидно же, что конъюнкция переводима в дизъюнкцию с отрицанием, если использовать. И точно так же во все остальные. И поэтому, ну, если рассматривать, то только сразу все вместе, все 16 этих самых связок. Нет, или тогда уж вообще уходить в какую-нибудь истину, не знаю. Но логическая эта структура все равно одна с точки зрения логического реализма. Вот и спрашивают, какая? Ну, диалектическое, видимо, что тут еще сказать. Как-то есть опасения, что такого змея, как логический реализм, не существует в природе. Нет, сам-то реализм логически существует в природе. Такие исследователи есть. Но... А вот логическая структура мира, это да, это вопрос. Да. Не существует такого змея Горыныча, который бы говорил о логической структуре мира. Да, Оля, это действительно похоже на анекдот про нюанс. А ведь Эйнштейн разве не говорил о структуре мира логической? Да, но если я правильно помню, у него просто были факты, соединенные друг с другом. Там даже логических связок, как реально существующих вещей, не было. Да. Никаких логических связок, никаких предикатов. Просто атомарные факты.
У Рассела были логические связки, кстати. Я не помню, правда, что конкретно в его атомизме. По-моему, у Рассела как раз все логические связки вполне реально существовали в мире, составляли вот эту логическую структуру. Собственно, Людвиг его и ругал, что какие нафиг логические связки, как они могут существовать в реальности. Но в конце концов, если мы понимаем концепцию логического реализма здесь, у Макса Вини, подобно тому, как ее понимал Резник, которого мы до этого обсуждали, то у нас, в принципе, потенциальные кандидаты на роль логических реалистов есть. Это тот же Хелман и Филд, поскольку они говорят о том, что есть некоторая правильная логика, которая описывает метафизическую модель, то, соответственно, есть, ну, в принципе, правильная логика какая-то. То есть они должны говорить о том, что у мира есть логическая структура и задача логики, соответственно, эту структуру описать. И им закономерно спросить, и закономерно у них спрашивать о том, что же является фундаментальным, дизъюнкция или конъюнкция, или что-то другое. И Макс Вини это дает вполне корректный ответ на этот вопрос. Она говорит ни то, ни другое. Ну, потому что она не является сторонником логического реализма. Нет, я так поняла, что является. Ну, просто она выбирает такую позицию, которая дает, не знаю, удачный ответ на этот вопрос. Что ни та, ни другая не являются более фундаментальными. Есть какая-то фундаментальная структура мира и логический реализм в мире, но мы не знаем, какова эта фундаментальная структура мира, следовательно, вот не конъюнкция, не дизъюнкция, не описывают ее. Ну, то есть это четвертая опция. Да, она останавливается, в конечном счете, на четвертой опции. Или на позиции неизвестности. Вот она выкручивается. Ну, тогда получается и аргумент Венесерапа она должна считать неправильным. Нет, наоборот. Этот аргумент позволяет ей отнести позицию привилегированности, которая тоже может быть принята логическим реалистом. Вот что какая-то. Подождите. Ну, просто аргумент не исключает такой ситуации, когда мы не имеем аргумента в пользу одного правильного способа сведения натуральных чисел к множеству, но при этом это не означает, что числа не являются множеством. Может быть, они являются множеством, просто мы об этом не знаем ничего. Что-то я запуталась. То есть у Бенцерапа из эпистемических посылок делаются метафизические следствия. А если мы сделаем из эпистемических посылок эпистемические следствия, то тогда у нас будет нормально. Но это будет, ну, то есть тогда у нас аргумент Бенцерапа не работает. Кто-то явно где-то запутался, но у него аргумент Бенцерапа работает в ее пользу. Чтобы отнести, я уже забыла, какой там она отдает с его помощью. Сейчас скажу. Четвертый вариант она исключает с помощью аргумента Бенцерапа. То есть вот этот, что какая-то теория фундаментальна, но мы не знаем, какая. Но при этом ты говоришь, что она сама придерживается четвертого. Нет, она придерживается второго, второй позиции. Что ни одна из теорий не фундаментальна, но логическая структура мира какая-то есть. Вот тут мы, видимо, запутаемся. Угу. Вот. Так-то все четко говорит. Что-то я не слышу, Дмитрий. Это какой-то изощренный логический реализм, по-моему. Я говорю, что фундаментальных, получается, теорий нет, но да. Логическая структура есть. Да, логическая структура есть. Ну как же так? Видишь логическую структуру, и я не вижу, а она есть. Очень. Так а чем эта точка зрения отличается от четвертой? То есть должна быть какая-то фундаментальная теория, просто мы не знаем, какая.
Да, но тогда мы должны жить с мыслью о том, что же все-таки там в мире, конъюнкция или дизъюнкция. А это очень некомфортная мысль, как сама Максвини отмечает. Вот, поэтому лучше все-таки вторая позиция. Подожди, там, по-моему, уже как-то по-другому вторая штука. Сейчас я верну твой слайд. У меня до сих пор. Что? А он у меня до сих пор висит на экране, на общем. Да? Странно. Да. Потому что дело в том, что я его выгружал, но себя сейчас обратно только включил. Я так понимаю, что второе означает, что ни одна из двух не является фундаментальной. Да, то есть... А четвертое означает, что одна из двух точно является, но мы не знаем, какая. Да. Правильно? Да. Ну вот, то есть тогда разница в том, что в четвертом у нас есть набор теорий, и одна точно правильная, остальные неправильные, да. А во второй все наши теории неправильные, ну, не фундаментальные, точнее, неправильные, да. Не фундаментальные, но какая-то логическая структура есть. То есть да. Логическая структура – это как Бог. Вот в него надо просто верить. Да. Наши теории его не схватывают принципиально. Да. Вот так, так понятно. Но сейчас не исключает того, что когда-нибудь мы построим фундаментальную теорию. Да, вот то, что я сказала, то же самое хотела сказать. То есть, в принципе, остается эта возможность какой-то теории схватить эту фундаментальную структуру мира, видимо. Но мы не можем знать, какой именно. Да, но в этом случае мы не будем знать. Нет, если мы не будем иметь возможность знать, какой именно, то мы натолкнемся на аргументы Максвини против четвертого пункта. Вот интересно, на самом деле. Зачем нам тогда какая-то логическая структура мира нужна, если мы никогда не узнаем, какая наша логическая теория и ее описывает? Мне это напоминает кантианство на самом деле, стандартное такое. Типа вещи в себе, вещи для нас, да. Канту же нужны были эти самые вещи в себе. Но и здесь, видимо, такая же история. Просто если отказаться от вещей в себе, то у нас получится Шопенгауэр, и тогда у нас всех станет достойным концом существования самоубийство, чего, наверное, не хотелось. А что станет достойным концом существования, если логической структуры мира нет? Ну, все пропало, шеф, тогда. Все наши построения, они изначально никак не связаны с миром. Мы живем в мире иллюзий. Нами управляет злая воля, ну и так далее. Зачем же Вселенная, в которой нет логической структуры мира, породила нас с идеей логической структуры? Чтобы поиздеваться над нами? На этой оптимистической ноте предлагаю завершить обсуждение. Как раз кто-то куда-то поехал. Что? Кто-то куда-то поехал. Это у меня, от меня звуки такие, да? Я не знаю, где-то машина очень громко проехала. Да, я тоже слышал. Сорян, я сейчас закрою окно. Так, а скажите, пожалуйста, технический вопрос. Вы вот сейчас вот видите все еще экран? Ага. Все еще видим, да. Это странно, потому что я уже... Я просто уже очень давно отключил его показ. Странно. Ну, ладно, что понятно. А вы видите именно Викину презентажку? Да. Ну ладно, хоть не мой экран целиком. Ну что, какие еще у кого есть соображения финального характера? Насчет Максвини нет, если только насчет Канта сказать. Отвечу сам по себе, Кант
что-то недоступное. И обычному человеческому разуму недоступно. Например, вещи. Кант не ограничивал научное познание в малейшей степени. Наука не имеет границ. Наука может познать все, что есть в природе. Зеленых чертей... Дмитрий Владимирович, вас очень плохо слышно. Или это только мне так плохо слышно? Мне тоже плохо слышно. Извиняюсь, может, у меня... Я услышал только про то, что Кант не ограничивал науку, и что наука у него познает все сущее. Границ у науки нет. Наука познает только природу. Но есть духовицы, которые видят своих зеленых чертей. Есть верующие, которые созерцают недостижимого Бога и так далее. Но у науки-то границ нет. Наука занимается природой, а природа есть конструкция на основе нашего маленького трансцендентального человеческого разума. Так что Кант большинство грехов, которые ему приписывают. Никакого ограничения науки, научного познания у Канта нет. Зеленых чертей мы не можем видеть. Это в психушку, пожалуйста. У него есть даже такая работа. Грезы духовицы, поясненные грезы метафизики. Бога познать мы не можем. Это из той же оперы. И в этих случаях мы как раз имеем то, что называется вещами самими по себе. Зеленые черти, Господь Бог, свобода человеческая. В природе нет ничего непознаваемого для Канта. Но в природе нет. А как же звездное небо над головой? Звездное небо прекрасно. Оно бесконечно. Его можно познавать. И никогда не устанем познавать. Так что не виновен Кант в том, что ему приписывают. Вполне допускаю. Я на примере Лейбница сам и на примере Декарта, но не сам, уже замечал не раз, что с традиционной интерпретацией философов разной степени древности очень сильно отличаются от того, что они на самом деле писали. Да и на прошлом нашем занятии по поводу Юма возник вопрос. Ну, не было у Юма никакого отрицания индукции. Он ее, наоборот, любил и пытался объяснить. И с точки зрения Гудмана прекрасно пытался объяснить. Не было никакого эмпиризма и рационализма. Это все инсинуации. Не существовало таких направлений. Все это бред. И этот бред надо как-то вот вылавливать и отсеивать. Ну вот нам, например, на третьем курсе по программе рассказывают. Вот эмпиристы, вот рационалисты. Хотя мне еще на третьем курсе казалось, что что-то здесь нечисто. Да нечисто абсолютно. Их и не было, и это противоречиво, и это абсолютная нечисть. И, хорошо объясняет Ричард Рорти. Это построение послекантовской историографии. И скверное построение. Вот Альберт, в частности, Ханс Альберт показывает, что скверное построение. Но Альберт так и не находит выход из этой глупости.
Вот. Надо понемножку учебники забывать. Алло, алло. Да. Так, ну вот. У меня вот есть небольшое соображение. Да. Претензия к принципу непроизвольности, Максвелли. Да, что мы не можем выбрать. Не можем придерживаться какого-то убеждения, если у нас нет достаточных оснований. Если мы не можем найти причину, чтобы выбрать точно одну из двух противоречивых альтернатив. Это очень напоминает, не знаю, историю, парадокс буриданного осла, который не мог выбрать из двух стогов сена. То есть, согласно Максвелли, если мы не можем обосновать никак, какой стог сена выбрать, мы должны сознательно умереть от голода. То вообще немножко тоже противоречит здравому смыслу. Ну, может быть, имелось в виду, что только одно из противоречащих убеждений может быть истинным. Тогда не так страшно, как в случае с буриданным маслом. Ну, не совсем. Она же предполагала всякие опции, и оба предположения могли бы быть истинными. Вот. Но применяла к этому предположению принцип непроизвольности. И таким образом отметала эти предположения. А сам принцип непроизвольности заставляет осла умереть. Он не гуманен. Ну, не знаю, может быть и так.